Добрый день, мы всех приветствуем от лица фонда, от лица всех тех, кого сегодня с нами нет, потому что, ну, такая сложная ситуация. Мы очень благодарны Светлане, что она откликнулась и, ничего не боясь, собрала свою команду, которая столько лет уже с нами. Спасибо вам огромное, мы очень рады. Мы благодарим учреждению, которое к нам приехало, которое поддержало инициативу и фонда, и Светланы. Надеемся, что для всех это будет очень радостное событие, для нас это точно, потому что мы засиделись, нам очень хочется движения, действий, мероприятий, но, к сожалению, вот в минимальном количестве мы сейчас что-то проводим. Спасибо, и давайте начинать. И... Наверное, все разы говорила, что мне очень нравятся традиции. Для меня традиция — это что-то такое сакральное. И то, что, несмотря на какие-то препятствия, мы сегодня здесь собрались командой. Огромное вам спасибо, что вы приехали, что вы в тонусе, что вы готовы нам подарить игру, свое искусство. Спасибо огромное всем собравшимся по эту сторону поля за поддержку, за моральную. Я поняла, что для нас никаких препятствий нет. Это очень важно, потому что традиция – это наше все. Будем продолжать, будем бодриться, будем веселиться и будем физически себя и морально поддерживать. Спасибо еще раз. Еще раз хочу обратиться ко всем и к командам тоже. Помните, что сегодня матч, вот основное его название, это дружеский. Это первое. Только без травм. И давайте не будем забивать голы. Вот друзья же не делают такую подставу друг другу. Давайте сыграем 0-0. Ладно, шутка. Всем побед. Точнее, ну, желаю и той команде, и той команде. А у кого, она случится, тот и молодец. В любом случае, дружба – это основополагающий сегодняшний наш конек матча. Все, команды, пожалуйста. У нас судья-то есть? А судьи кто? Подождите! А судьи кто? Судья. 5 минут до судьи! Да, прошу команды, основные составы команд остаться на поле. Дополнительные составы, дополнительные игроки, игроки на замену уходят к трибунам.